В детском доме не должно остаться детей-сирот. Окружное управление региональной политики информации приступило к реализации проекта «Ненецкий округ без сирот». В рамках программы к 1 сентября у каждого ребенка, оставшегося без попечения родителей, появится видеопаспорт. Сотрудники телеканала «Север» выезжают в то место, где дети из детского дома отдыхают в настоящее время, отдыхают до конца лета. Там будет произведена видеосъемка для видеопаспортов и слайд-шоу на каждого ребенка. Также у нас есть договоренность с другими телекомпаниями в других регионах по участию в программах тех телекомпаний.